С 11 по 22 марта на территории Славянского района проводится первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Проведение данной акции направлено на максимально широкое привлечение жителей района к участию в борьбе с наркоманией, получению оперативной информации, консультацию и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых. Только активная гражданская позиция каждого жителя, совместные усилия и неравнодушное отношение к проблемам наркомании могут сделать максимально эффективным противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактику их немедицинского потребления. Если вы располагаете информацией о том, где осуществляется продажа наркотических средств, о местах расположения притонов, либо хотите получить консультативную и иную помощь, можете обратиться по телефонам доверия. Отдел наркоконтроля ОМВД России по Славянскому району 429-90 работает круглосуточно. Дежурная часть 2-10-72-02 также работает круглосуточно. Антинаркотическая комиссия Славянского района 4-25-80. Время работы с 8 до 17 часов с понедельника по пятницу. Наркологический кабинет Славянской ЦРБ 3-29-77. Часы работы с 9 до 15 с понедельника по пятницу.